Первые медики-студенты из Тверской области уже приехали в областную столицу на помощь старшим коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению главы региона их разместили в гостиницах, где в ближайшие недели они будут проживать. Как устроен быт студентов медицинских учебных заведений в Твери, об этом рассказываем далее. После своей смены в 6-й городской больнице будущие врачи и медсестры возвращаются обратно в гостиницу. Для них администрация организовала специальный вход и выход. Это минимизирует контакты с работниками, которые сейчас находятся в здании. Всего их порядка 15 человек, и все они заняты обеспечением быта постояльцев. Это кухня, это горничные, это инженерная служба, которая обеспечивает какие-то технические вопросы. Пошли за честь, что правительство Тверской области выбрало наш объект. Мы рады помочь медикам хотя бы с этой стороны разместить, чтобы им было хорошо, удобно у нас. Будем стараться. Отдых – это все, что необходимо сейчас, говорят студенты. В инфекционном отделении больницы работать сложно, но интересно, признается Олеся Осипова. Ведь приобрести такой опыт – это важная составляющая будущей работы. Поэтому страха перед поездкой в областную столицу практически не было. Мы очень обрадовались на самом деле, потому что мы как волонтеры очень хотели туда поехать, потому что в такой ситуации мы хотели помочь людям. На хрупкие плечи девушек легла большая ответственность. Теперь они на передовой в борьбе с опасным вирусом. Отдохнуть получается и в больнице. График 4 часа работы на 4 часа отдыха. Но все равно полноценное восстановление они получают лишь здесь. Трехразовое питание, которое им доставляют сразу на этаж, комфортные номера. Это все позволяет вновь набирать силы. Ой, знаете, нам сюда нас переселили, нам это место очень понравилось, потому что здесь условия очень хорошие, что и помещения сами себе хорошие, и то, что мы живем по 2-3 человека, и то, что кормят 3 раза в день, и то, что возят нас на автобусе туда и обратно. Ну, в общем, вот эти условия нам очень нравится. В таких условиях будут жить все врачи и медицинский персонал, которые работают в инфекционных госпиталях Тверской области. Об этом распорядился на одном из заседаний правительства губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что предоставить комфортные номера для медиков – это одна из главных задач в этой эпидемиологической ситуации. Они будут проживать в гостиницах, там трехразовое питание и вся необходимая инфраструктура. И с работы будут ездить специальным транспортом до места проживания в гостинице. Соответственно, с гостиницы обратно на работу специальный транспорт будет их доставлять. Трендом сегодняшнего времени стало сплочение людей в борьбе с общемировой пандемией. Все больше медиков, волонтеров, предпринимателей и простых людей стремятся внести свой посильный вклад в противостояние инфекции. И наш медиахолдинг, помимо оперативного и объективного информирования наших телезрителей о развитии ситуации, активно поддержал акцию «Остаемся дома», к которой также ежедневно присоединяются все больше людей.